Принца Лихтенштейна обвиняют в браконьерстве. В марте в лесах Трансильвании был убит самый крупный в Румынии бурый медведь по кличке Артур. Местные власти говорят, принц Эммануэль вел охоту на законных основаниях, имея на руках разрешение на отстрел самца. Экологи же заверяют, в документах значилась медведица с медвежатами, которая ранее нанесла серьезный ущерб местным фермам. И он либо перепутал, либо специально убил не то животное, чтобы привезти домой крупный трофей. Безусловно, нужно еще доказать и уточнить, был ли убитый медведь, тем самым на отстрел которого выдавалась лицензия. Начато расследование. Охота в Румынии разрешена лишь на медведей, представляющих опасность для людей. Специалисты говорят, что за убийство Артура принц должен был получить 593 очка из 600 возможных. Рекорд для индустрии трофейной охоты.